стражи порядка обнаружили более 1500 ртуть содержащих ламп. Незаконную свалку случайно нашли возле одного из городских кладбищ на северо-западе Челябинска. 500 ламп были брошены кем-то накануне. Причем коммерсанты знали, что это незаконно. Ведь пары ртути ядовиты, и посетители погоста могли получить тяжелое отравление. Ситуацию под контроль взяли в администрации Курчатовского района. Лампы увезли на утилизацию.